Всем привет! Два дня не было никаких видео, потому что у меня холодильник сломался. После 15 лет у меня был холодильник Liebherr. Работал 15 лет, все было нормально. А тут два дня назад прекратил работу. Ну, конечно, шок. Все, нужно было продукты перевести в другой холодильник, чтобы не пропали, потому что очень много продуктов было. Сейчас, сегодня договорились о покупке другого холодильника, больше, другой фирмы, Siemens. Сказали, привезут через два дня. Короче, два дня буду бегать вот так, продукты туда-сюда носить. Да, через два дня, это долго, но... Вчера уже были, вчера никто не привез. Ну ладно, два дня еще подождем. Что-то долго, ну. Вот я сейчас разговаривала с Россией, созванивалась. Если там холодильник ломается, то в течение часа, если вы покупаете новый холодильник, вам за час все вот это сделают. Потому что продукты-то пропадают, а тут три дня. Долго-долго. Сегодня пришла моя новая футболочка. Это альбом Horror Comes in the End 2016 года. Вот инструментальный альбом. Можете послушать. И вот я сделала такой дизайн. Можно на Амазоне приобрести. Это моя рука с моим кольцом. Лунный камень на фоне кожаного дивана. Сейчас иду за продуктами в другой холодильник. У нас еще один холодильник был, на запас. Если что произойдет, чтобы по-быстрому продукты перевезти, чтобы к соседям не бегать. Вчера 4 сумки на такси, специальное такси заказывала, заказывали с пакетами, везли. Конечно, жалко, ничего себе, продуктов там, целый холодильник, как раз в этот же день закупили там несколько сумок продуктов, и холодильник сломался. Ужас. Летом холодильник сломался. Это кошмар. Ну ладно. Желаю всем хорошего дня. Никаких поломок. Никаких поломок холодильников, телевизоров. Недавно интернета не было. Сломан был. Потом пришлось телевизор покупать. Тоже не работал. Короче, что? Сейчас холодильник. Что следующее? Надеюсь, что сейчас будет какой-то перерыв. Надеюсь, стиральная машинка не полетит. Я ее тоже как раз 15 лет назад вместе с холодильником купила. Но она до сих пор работает. Ну, может быть, следующая на очереди. Надеюсь, что нет. Всего хорошего.